Всем добрый день! Сегодня, как обещала, будем готовить котлеты из ротана. Предварительно ротана мы почистили, убрали внутренности, отрезали плавники, голову, хвост, промыли хорошо. И 3-4 раза, ну, мы 4 раза пропустили через мясорубку, через мелкую решетку. Добавили 2 яйца. 100 грамм манки вместо булочки, сало, грамм 400 сала свиного, перекрутили все, соль, перец по вкусу добавили, сформировали котлетки вот и кладем на раскаленную сковороду. Масло. Начинаем жарить. Жарим до готовности. Хорошо прожариваем. Ждем. Котлеты поджарили с одной стороны. Перевернули. Я совсем забыла, по-моему, сказать про лук. Я положила 2 крупных луковицы в фарш, потому что фарша много. Положили 2 луковицы. Продолжаем жарить. Котлетки поджарились, снимаем. Вот такие с пылу жару, румяные, сочные котлетки получились. Готовьте со мной. Не забывайте подписываться. Всего хорошего. До свидания.